Вот так вот яркими красками засветилась наша студия. Если нравится, звоните скорее, потому что, вы знаете, тут главная скорость, тут главное успех и удача. Дозвониться в колл-центр сейчас очень сложно. Да, Олечка, я не удивлюсь, потому что это целый комплект. Это громадное покрывало с двумя подушками, не наволочками, заметьте, а подушками 50 на 50 полноценными. Вы, естественно, можете украсить, изменить геометрию своего пространства, украсить свой интерьер. Он станет необыкновенно романтичным, необыкновенно добрым, необыкновенно уютным. Можно и на диван, и на кровать. А если два покрывала, так это же будет 4 подушки, Олечка. И тогда вы их можете себе, предположим, любите читать, подложите под спину. Любите, например, смотреть свои любимые сериалы, подложите под локоток, вам будет необыкновенно удобно и комфортно. Необыкновенное предложение в тройном объеме. Покрывало с подушками. Скажи, пожалуйста, а из чего сделаны наши подушки и покрывала? Наши подушки и покрывала сделаны из микрофибры. Ну, естественно, у нас там полиэфирные волокна в подушках, они упругие, их можно даже использовать как гостевой комплект. Mm-hmm. И также у нас синтепон вставлен в наше легкое покрывало. Его можно использовать даже как одеяло. Видишь, какая надежная строчка? Буквально звездочками. У нас получается, стежка есть? Ниток нет. Это термостежка. Необыкновенно скрепляет все 3 полотна. А еще закреплен край атласной лентой, которая тоже надежно крепит, надежно закрепляет. А это значит, что ваше покрывало никогда не потеряет своей формы. Сохранит ее, и ваш интерьер будет безупречным. Здорово. То есть получается, это 3 в одном, да все-таки, наверное, еще и 4 в одном. Ты правильно сказала, что этот комплект можно на Новый год своим друзьям предложить, которые остаются с ночевкой. А они всегда остаются с ночевкой на Новый год. А потом и подарить.